Значит, сзади меня находятся два заведения, которые мы уже посетили. С правой стороны от меня это получается паста и пицца. Кошерные, без мяса. Ели здесь пасту с семгой и пасту с трюфельным маслом. С левой стороны Омарс. Здесь в основном мясные, наоборот, блюда. Здесь сэндвичи с мясом, бургеры, шаурма. Шаурма дорогая, не заходите, не берите, 8 шекелей для шаурмы дофига. Мы видели вот там, вот 20 шекелей шаурма стоит. И вот там тоже внизу тоже 20 шекелей стоит шаурма. А кто тебе порекомендовал эту дорогую шаурму? Порекомендовал нехороший человек в виде официанта, вот, разговаривший по-русски. Смысл в чем? 200 шекелей, 180 вместе с чаевыми. Тут без чаевых, потому что здесь самообслуживание. Здесь с чаевыми мы дали 10%, получилось 180 там, с чем-то шекелей. Поэтому зайти на троих, поесть по одному блюду около 200 шекелей. Лад. Так что будем смотреть дальше. А наверху, вон тот балкон, второй сверху, это наши апартаменты, которые мы вам тоже покажем. Смотрите видео, внизу ссылка. Как всегда, что-то не очень хорошее запоминается очень хорошо, а мы забыли вам рассказать про хорошую вещь. Вот, видите, бейкери, кофе мейк, круглосуточная кафешка, в ней же магазин, можно купить все что угодно, прекрасная выпечка и очень вкусный кофе, который нам сегодня подарил за 51 шекель прекрасный завтрак, вот там. Так что эту кафешку мы 100% советуем тем, кто будет. Тем более нам очень выгодно, потому что, как мы сказали, она находится прямо внизу наших апартаментов. Можно взять с собой, выйти, пойти попить кофе на балконе. Можно спуститься вниз также. С утра было полностью забито. Народ сидел. И сейчас, если, как вы видите, тоже сидят люди. Ну, не так много, как бы хотелось. Так что вот так. Канал «Из Москвы в Израиль» продолжает исследовать питательный лад. И мы идем дальше в следующее заведение. Thank you.